Трамвай против Субару, переделанный стартовый пистолет и серийный вор из Веселого. Далее в выпуске короткая сводка новостей. В Запорожье на пересечении Лермонтова и Жаботинского трамвай въехал в легковой автомобиль Subaru Legacy. В результате ДТП никто не пострадал, иномарка получила незначительные повреждения. В Мелитополе на улице Чкалова остановили автомобиль. В салоне находились 32-летний ранее судимый водитель и 25-летний пассажир. Во время осмотра обнаружены изъятые стартовые пистолеты «Колт», переделанные для отстрела патронов травматического действия, магазин с тремя патронами, а также 12 пуль с калибра 9 мм. Жители ПГТ «Веселое» неоднократно обращались с заявлениями о кражах. Подозреваемый, местный житель 82-го года рождения, задержан. Уже установили его причастность к 8 кражам, но подозревают, что это далеко не полный перечень его преступлений.